Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. И сегодня будет видео про развлечения грузинских мужчин. Все мы с вами привыкли видеть так или иначе в наших дворах всякие мужские развлечения. Кто-то сидит в домино, забивает козла. Кто-то что-то намазывает на хлеб и запивает чем-то. Гоняют в футбол, играют, я не знаю, в теннис, в бадминтон или во что-то особое. А здесь я вчера буквально ухожу из дома во двор. Вижу, собралась группа грузинских мужчин, что-то живо обсуждают и связывают между собой две машины. Две Toyota Prius, причем связывают, что называется, тылом к тылу. Я, честно говоря, не сразу сообразил, что будет происходить. Ну, а когда сообразил и увидел, то, естественно, начал снимать. Вот все, что я наснял без купюр. Rolu yıksın o birisi maşın. Rolu. Gözde
Тамам, 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 Выйди к вам! А что у вас за соревнование такое было? Просто так? Просто так. Да. Не на спор, ничего, я имею в виду. Вот какой-то такой вышел видосик об развлечениях грузинских мужчин у себя во дворе. Вы сами все знаете. Нужно подписаться на канал, включить колокольчик, написать комментарий, поставить лайк этому видео, рассказать всем своим друзьям про странного дядьку, что на него нужно подписаться и регулярно смотреть и лайкать. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Здесь, в Батуми, в Сокартвело, сегодня уже прям по-настоящему тепло. 19 градусов. Не смотрите, что я в пальто. Я в пальто, честно говоря, просто по инерции. В общем, вот, на сегодня все. Пойду гулять по пляжу. Пока!